Этого пса зовут Грей, то есть серый, но он совсем другого цвета. Золотистый ретривер из города Кокана, штат Висконсин, долгое время жил в приюте и совсем недавно обрел семью. Мы увидели его и поняли, что он наша собака. Другие щенки бегали вокруг, а он сразу сел у наших ног, чтобы его погладили. Какой милый, спокойный пес. Именно его мы и искали. У Грея с рождения три лапы. Ему это совсем не мешает, однако с четырьмя лапами все же было бы удобнее. Новый хозяин и другие неравнодушные жители города решили помочь Грею. У нас также щенок, и тренер рассказал нам о Грее, а я ему так, между прочим, говорю, а ведь у нас в школе есть 3D-принтер, мы можем напечатать ему лапу. За дело взялся почти инженер, ученик старшей школы Коканы Бен Брочел. Я и еще несколько ребят как раз занимались изучением возможностей применения принтера объемной печати в протезировании. Этот проект стал идеальным, к тому же работать с таким псом просто удовольствие. Бен продумал и нарисовал лапу, и полностью распечатал на принтере. Первоначально это кусок пластика. Принтер плавит его, а дальше действует как автоматический станок. Слой за слоем составляет протез. Проект длится уже 5 месяцев и практически завершен. Протез регулируется. Он может расти вместе со своим хвостатым хозяином. Ему пока не очень удобно. Мы еще не закончили. Но скоро, уже скоро. Тут важно еще получить добро от ветеринара. Грей пройдет обследование с протезом. Мы должны знать, что все получилось как надо.